Анатолий Вихарев, 197 номер избирательной кампании. Работаю на заводе и проживаю в городе около 40 лет. И как патриот города не вижу некоторых проблем. Очень хорошее дело было, когда сделали реконструкцию водного хозяйства в городе. Но по требованию Евросоюза ливневую канализацию отделили от хозфекальной. Но в старой части города нет ливневой канализации и стали страдать дома. Стали разрушаться у некоторых домов фундаменты, появились большие лужи. Предлагаю обратить на это внимание. Да, это очень серьезная проблема, но она требует решения. Если мы заботимся о старой части города, нужно о ней заботиться.